Привет, друзья! В этом видео я расскажу вам о своем мнении после использования некоторых продуктов уходовой косметики, о том, что понравилось, что не понравилось. Скажу сразу, ребята, что это не реклама. На моем канале рекламы нет вообще. У меня даже не монетизирован канал. Почему я это говорю? Потому что под видео о моей уходовой косметике, уходовых средствах, девушка отписалась. Возможно, подумав, что это реклама. Но нет, друзья, это не реклама, это то, что я покупаю сама, и то, что я уже использовала или буду использовать. Первое, о чем хочется вам рассказать и поделиться с вами, это вот 100 рецептов красоты, все три крема, 7 активных масел. Мне они очень нравятся, я с удовольствием ими пользуюсь. В позапрошлом ролике я вам рассказывала про них и говорила, что вот этот ночной крем я только начала использовать. Сначала я пользовалась вот этим, это дневной крем, 7 активных масел. А потом в продаже появился в новой упаковочке вот этот, дневной. Вот этот тоже дневной, но он отличается с этим. Я не знаю, друзья, почему, возможно, кто пользуется из вас, расскажите. Может быть, у них там идет реорганизация какая-то. Эти два крема, они различаются. Вроде бы хорошо, если должна быть коробочка поменяться, то ведь внутренность меняться не должна, по идее. Но что-то они, вероятно, меняют в своих формулах. И вот этот крем, дневной, он отличается от этого из старой версии. Вот эта старая версия, был он хоть и дневной, но был более густой. Вот эта версия новая, дневного крема, она немножко другая. Во-первых, у нее, посмотрите, такая более... более негустая консистенция. И вы знаете, вот мне она не очень нравится почему-то. Мне как-то больше нравилась старая версия. Она... какие-то ощущения от нее были лучше на лице. И ночной крем. 100 рецептов красоты. В прошлом видео только купила этот крем, начала пользоваться. Мне не нравился запах. Я потом вспомнила, что это за запах. Смотрите, тут вот он такой очень-очень густой. Запах очень напоминает алоэ. Вот, я все пыталась вспомнить, никак не могла вспомнить. Впечатление о нем очень хорошее на самом деле. То есть я наношу его не только на лицо, на шею и на зону декольте наношу. Причем очень вот здесь, на плечи. Не экономлю средства. Не экономлю крем, потому что на зону декольте очень сложно найти крема, которые бы хорошо работали. И я решила, ну а почему нет? Если на лице крем хорошо работает, любой причем, и дневной, и ночной, я всеми кремами, все крема использую и на лицо, на шею, на зону декольте. Я подумала, ну почему и нет, если для зоны декольте очень трудно найти хороший для себя, для своего типа кожи, хороший крем. Два продукта от L'Oréal. Вот такие. Сейчас вам покажу. Вот это крем для лица. Я его уже использовала и хочу сказать, что мне понравилось. Хотя я не особо видела каких-то изменений. Первоначально, когда я использовала вот этот крем, стала пользоваться этим кремом, какой-то эффект мгновенный, да, что-то было. Но потом то ли кожа привыкла, то ли что. И в результате, вот как бы я использую этот крем, тоже не заметила на своем лице таких очень, извините, больших изменений. По консистенции он довольно легкий, такой очень жиденький. Вот покажу вам.
Хорошо очень впитывается, и ощущения после нанесения крема от него очень приятные. Для меня лично в кремах важно запах и то, как моя кожа, как мне приятно ли вот после нанесения, какие ощущения. Вот для меня это важно. Вот этот крем, у него приятный запах для меня. И после нанесения вот прямо кожа такая, знаете, вот как будто говорит спасибо тебе за то, что ты меня напитал. Ну вот как-то так, у меня такое вот ощущение. И вот этот крем, друзья, он NutriGold. Он из серии под глаза за 55. Там 55+. Вот такой, там я уже практически все использовала. Очень густой. И мне он, не скажу, что возможно, что какие-то изменения у себя под глазами я заметила от него. Но из-за того, что он очень густой, то он такие очень комфортные ощущения после его нанесения. То есть вот как будто бы кожа напиталась очень хорошо средством. Практически тоже использовала. Покупать снова не буду, потому что косметика от L'Oréal у нас достаточно, ну, по моим меркам, недорого, но и не дешево. От L'Oréal вот еще таким я пользовалась кремом. Вот. Это крем совсем простой, дневной. И покажу вам вот. Такой достаточно густой, хороший, приятный запах у него. После нанесения вот от него у меня вот, знаете, ощущение, что я его чувствую. Вот когда ты чувствуешь на коже что-то, вот у меня от него лично вот такие ощущения. Еще хочу вам, ребята, рассказать про вот эти крема. Их здесь два крема. Это белорусская вакцина молодости. Мне очень понравилось на самом деле. Здесь вот такой, это под глаза. Здесь вот два тюбика. Черный я уже выбросила, когда использовала, к сожалению. Беленький вот такой, это дневной. А черный такой вот тюбичек, это был ночной. Дневной, он такой, знаете, очень-очень легкий, как гель. И вот дневной, как таковой, мне не понравился. Он все равно, после его нанесения, все равно кожа стянута была под глазами. Не ощущалось комфорта. А вот ночной крем из вот этих, просто изумительный. Правда, мне он очень понравился. Он вот прямо такой комфортный. После его нанесения ощущения, возможно, все крема, которыми я пользуюсь, они, возможно, какое-то свое действие все равно чуть-чуть дают. Но я вот лично не заметила. И когда я вот использовала вот ночной крем, потому что я его наносила под глаза и днем, и на ночь. Потому что, вот как я уже сказала, дневной мне этот беленький не понравился. Я решила посмотреть, и пошла, у нас есть в Риге такие маленькие магазинчики, где отдельно, например, белорусская, отдельно, ну вот, и я пошла, у нас в районе магазинчик открылся именно вот белорусской уходовой косметики, и просила у них вот из такой же серии, только вот чисто как ночной, то есть по всем характеристикам, чтобы вот такой был. Мне сказали, что нету. Очень жаль. И я не купила больше вот такую коробочку по той причине, что она стоит 7 с копейками, 7 евро с копейками. Я подумала, ну как-то, наверное, чисто ради ночного вот этого крема немножечко для меня дороговато. Я решила попробовать все-таки другие. Поэкспериментировать с другими средствами. Крем от Сиберики. Он абсолютно простой. Не возрастной, просто дневной. Так как Сиберика по отзывам очень хорошая марка, я купила
вот этот крем попробовать. Мой отзыв: простой крем, достаточно густой, хорошо ложится, от него очень комфортное ощущение после нанесения. Ну вот, друзья, я вам рассказала о своей уходовой косметике, которой я пользовалась. Хочу сказать, что у нас недавно в Риге, ну как недавно, возможно, год, открыли магазин iHerb. Я ни разу еще там ничего не покупала, потому что вот хотела использовать до конца те средства, которые я уже купила. Но мне очень интересно ваше мнение. У кого-то наверняка в России, по-моему, в Америке, возможно, на Украине, в Беларуси есть эти магазины iHerb продукция. Возможно, кто-то заказывает по интернету. И у меня вопрос. Ребята, скажите, если кто-то пользовался кремами под глаза? Меня интересует вот в данный момент крем под глаза. Напишите, пожалуйста, если кто-то пользовался, свои впечатления. Потому что я очень хочу. И сейчас вот я как закончится у меня крем L'Oréal под глаза, обязательно куплю там. Но меня интересует не только мнение консультанта, потому что консультант, он расскажет вам о качестве, там, ну, о чем-то, о том, что он не знает, потому что... В общем, ребята, жду ваших комментариев, если кто-то пользовался iHerb. И также, конечно же, я жду ваших советов. Возможно, кто-то посоветует мне что-то хорошее, какой-то крем из бюджетных. Потому что дорогие уходовую продукцию я как-то на себя еще не готова использовать. Спасибо вам, друзья, за просмотр. Пока-пока и удачи!